Так, всем привет. Прокачивать к инженеру. Чуть-чуть осталось.
удаление. Нечего делать. Не, Володь, так и не дождался. Только время зря потратил. Да ну их ждать, только время тратить. Так считай, 2 дня пождал там. А я лучше сейчас доступ прокачаю к инженеру. Два возьму, одно сделаю, потом другое. Вот у этого надо прокачаться. Портов. И откроется инженер. Что-то сегодня это боты какие-то агрессивные, перехваты херачат что-то часто сильно. Сейчас муж этих 2 данных бума тащу, да муж откроется и живет.
Здоров, здоров. Да я с Дальнего Востока, у меня время уже третий час дня. Земля большая, часовой пояс разный. А если бы 8 час утра, что поменяло бы? Есть люди, рано просыпаются. Вообще, я рано просыпаюсь. Но ты прям какой-то сонный извращенец. Как можно спать столько? Ты чё? Так все проспишь. Так все проспишь. Так, что мы вытащили? Сейчас еще один данный бумер затянем. Блин, может все-таки поменяется там. Что там, сколько прыжков? 2 прыжка. Ну купи чё по горизонту. Have a good trip, Commander.
горизонтом-то поинтересней. Ну да. Появится возможность, да купишь. Полазишь по планетам, ресурсы всякие и тому подобное. Блин, у нас что-то ураган такой начался на улице, офигеть. С дождем. Да, но было бы намного эффективнее, если бы можно было садиться на землеподобные. Да мультикрю оно еще не доделано. В плане подглючивает. Ну не у всех, вот у меня. Я вижу, с Дальнего Востока у меня пинг вообще печальный, а когда это мультикрю, то получается реальная крю. Ну, я вот не пробовал, допустим, чтобы вот ко мне кто-то по мультикрю. А вот я, когда на другой корабль перепрыгиваю, вот там печаль. Заколупали эти боты сегодня. Ты смотри, они вообще. У меня-то, видишь, корабль без оружия. Я из него чисто такой транспортный сделал. Что-то боты сегодня как с цепи сорвались. Надо сегодня анакондочку взять и полетать, этих ботов наказать. Тут у нас с пингом вообще печаль. Вот эти всякие варфейсы, там вообще невозможно играть. ПВЕ еще с ботами можно поиграть в Warface, а ПВП там у тебя показывает игрок еще там, а персонаж, а ты туда стреляешь, а его уже реально на самом деле там нет. Вот, походу, тоже какая-то землеподобная планета. Ну, видишь, вот было бы вообще прекрасно, если бы на нее можно было совершать посадки.
sovereignty, all regulations must be observed during docking procedures. Ну, я не знаю. Я не разработчик. Я в эти подробности не вдавался. Да почему сейчас всяких технологий? Так, ну чё, надо опять лететь в эту Юри. Брать задание. Блин, тут чат установил сейчас вот как. А, вот. На Юрию систему прилетим, посмотрим на станции, что там открылся, нет, этот инженер. Thank you.
Чай, если не открылся, придется еще брать задание. Вот у этого надо заработать репутацию. Ну-ка, а вообще там открылось? Посмотрели. Не, нифига не открылось. Доброе, доброе, Макс. Thank you.
encountered docking request before attempting to land. Ну, музыку, конечно, они выбрали хорошую, когда на базу залетаешь. Типа симфония какая-то. Сейчас до Юри долетим, да. Я, малёха, прервусь. У меня-то уже обед.
здесь.